Свершили закладку храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского. Сей угодник Божий – это древний святой, который прославился с чудесами в Греции. Сейчас его мощи почивают в городе Фессалоники, то есть отсюда он и Солунский. Этот святой, он очень значимый и почитаемый в Русской Православной Церкви. И так как это место здесь, оно имеет немножко Дмитриевское место, да, называется, да. И мы вот решили действительно по желанию благодетеля здесь осветить эту закладку, сделать и в будущем осветить храм, деревянный храм, небольшой, но я думаю, будет очень уютный здесь для нашего района. Здесь храмов, видите, у нас не было, но с Божьей помощью, молитвами, наверное, верующих людей и желанием, и изъявлением, желанием благодетеля, и также и помощью администрации, мы имеем возможность здесь сегодня совершить закладку и в будущем иметь здесь небольшой храм, где люди могут приходить в это место, молиться, и удобно будет и пожилым людям ездить в центр, а здесь будет приход, мы надеемся, здесь, если все Господь сподобит, будет также и воскресная школа, и воскресная школа для взрослых, то есть место духовное для того, чтобы наши люди, жители этого района, имели также окормление. И дай Бог, дорогие братья и сестры, вот этот день сегодня, он действительно радостный. Как для меня, как для архиерея, мы первый храм закладываем в Кинешме. В этом году у нас такие события, и мы еще не осветили, правда, еще мы въездной киот на въезде в нашем городе, осветили часовню князя Владимира, и вот сегодня закладка храма. И дай Бог, в будущем мы также совершим уже великое освящение этого храма. И я сердечно признателен нашему благодетелю Евгению за то, что вот он откликнулся, и Господь положил ему на сердце вот сделать вот такое действительно подарок городу. Я благодарю также вас, Алексей Иванович, и Михаил Анатольевич, что вы откликнулись и выделили землю, чтобы не было препятствий у нас. Все с любовью и с таким пониманием, что действительно сейчас нам это очень нужно. Конечно, многие люди говорят, зачем это все, но это все толки, перетолки. А на Руси всегда люди строили храмы, и русское сердце русского человека, оно всегда радовалось, когда появлялась святыня. Этот храм, надеюсь, будет также и святой угодник Божий Димитрий будет молиться за наш город, потому что святые, они благодарны. Мы люди, мы не всегда благодарны, а святые видят, помнят и благословляют.